А почему выбрала сферу здоровья? Для меня принципиально важно это направление, когда человека, который занимается здоровым образом жизни, который работает с детьми и вовлекает по максимуму их в этот увлекательный процесс. Плюс я активно взаимодействую с регионами по данному направлению. Могу сказать, что на местах есть очень много интересных, потрясающих, инновационных, сберегающих технологий, которые в силу своей неприоритетности или отсутствия финансирования не могут быть реализованы в полной своей мере. И я очень надеюсь, что наш конкурс поможет вдохнуть или подарить новую жизнь таким проектам. Смогут быть дополнительная мотивация для людей, которые горят своим делом. И для них материальная поддержка даже 100, 200, 300 тысяч, они действительно смогут изменить ситуацию на местах. Я надеюсь, что мы можем вовлечь в этот процесс как можно больше людей, чтобы найти лучшие технологии, которые будут востребованы в современном образовании, которые будут любимы детьми и которые смогут сделать наше общество более здоровым. А здоровая нация – это счастливое будущее. Если вы являетесь автором любого проекта о здоровье, мы будем рады рассмотреть ваш проект и надеюсь, что он выиграет в данной номинации.